Лихачить на дорогах могут не только водители легковых автомобилей и внедорожников. Жители Якутска нередко жалуются на отсутствие культуры вождения среди водителей маршрутных автобусов. Сотрудники городского отдела ГИБДД вместе с добровольцами решили проверить, так ли это на самом деле. На проверку вместе с ними отправился Виталий Абрамов. В этот раз на помощь в выявлении правонарушений автобусников, которые курят, разговаривают по телефону и так далее, вышли студенты Якутского университета. Ребята садятся на любой маршрут и начинают фиксировать нарушения водителя. Да, нарушений много. Часто едем. Каждое утро на автодорожном факультете едем с общежития. Ну, там часто, да, видим правонарушения. Это по телефону разговаривают, двери не закрывают. С остановки трогаются, когда пассажиры, когда они спускаются. Трогается. Ну все. Инспекторы отмечают, что в республике идет рост ДТП с участием маршрутного транспорта. И такие рейды весьма плодотворно влияют на дисциплину водителей. Львиная доля из них это в городе Якутске. Я боюсь ошибиться на 1-2. 24, по-моему, у нас по итогам 10 месяцев. В том числе, где есть пострадавшие дети. В итоге на конечной остановке маршрута всех водителей встречают автопатрули. И у каждого студента по зафиксированному нарушению. К примеру, водитель двадцатки разговаривал по телефону и принимал деньги во время движения автобуса. Отнекиваться смысла нет. Все записано на камеру телефона. Сейчас составляется административный материал по статье 12.36 части 1 «Разговор по телефону». И также сейчас будет проводиться профбеседа. Такие рейды будут идти и впредь. Быть бдительными призывают и пассажиров. Так, любой гражданин может самостоятельно записать видео любого нарушения ПДД, и не только автобусников, и отправить видео на сайт госуслуг в соответствующей вкладке «Народный контроль». Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, НБК Саха, Якутск.